идет международный турнир между двумя поколениями. Правнучки и прадедушки Виталия. Очень напряженный матч. Уже было несколько шахов. Скоро будет мат. Ева держится молодцом, дедушка тоже. Шах и мат. Красивые розы. Шах и мат. Да? Есть мат тебе? Ну-ка посмотри, куда-нибудь уйти можешь? Никуда. Так, видите, мат. Матовая. Мат. Ситуация матовая. Поздравляю, дорогая, хорошо. Так кто кому мат-то поставил? Я поставил. Дедушка, мат, молодец, пожмите руки. Пожмите руки друг другу. Закончился матч, дружеский. Поколений матч. Спасибо. Спасибо всем участникам.